Битва за результат. Что на это скажет дизайн человека? Если генератор ориентируется на результат, делает что-то до потери пульса и ждет, ну когда же, то ничего не получится. Получится что-то, причем неожиданно, только тогда, когда он будет кайфовать от самого процесса и ему будет наплевать на результат. Если проектор ориентируется на результат, история почти такая же, особенно если он ждет повышения. Что будет с проектором, если он будет бороться с собой, делая невозможные вещи для своего тела ради какой-то цели? Тело проектора для этого не предназначено. Нужно научиться расслабляться. Посмотрите, определен ли эго-центр, и если нет, это прямой путь в ложное «я». То есть проживание не своей жизни. Просто расслабься и войди в свой дзен. Начни созерцать и чувствовать импульсы. Тебя куда-то позвали, тело дает согласие, иди. В ложном «я» проектор может нарваться так, что вместо признания может опозориться, заболеть или попасть в долги. И только манифестор может совершить настоящую битву за результат. Вижу цель, не вижу препятствий. Подстегивай других. Давай со мной. Я смог, и у тебя получится. Находясь в поле манифестора, действительно может что-то получиться, потому что он дает эту силу. Но выходя из его поля, все вернется на круги своя. Манифестор не проектор, чтобы направлять других, давая силу окружающим, которые задают ему вопросы, он сам становится слабее. Если мы сравним это с животным миром, то лев – король животных. А у льва не спрашивают. Когда каждый занимается своим делом, генератор счастлив, что-то создавая, проектор счастлив, когда ведет лекции и получает аплодисменты от своей аудитории, а манифестор счастлив, когда раздал полномочия, и все работают адекватно и в срок под его началом.